Засуманить не могу. Ну так маны сделай и суманешь. От каких пор надо мана на суман? Когда была нужна. Что ты вдруг не знал? Нужно больше ярости. Лок появился. А Чехов, кстати, из ДВ состава? Да. А не, Войд, выкинь его из рейда. Что это? Чмо. Просто выкинь. Кого, кого, кого? Ну ладно. Так я не скажу, говорят, что ты чмо. Кто, 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 кто? Чё, посмотри, кого кикнут, ёпта, потом. И все так замерли. Где? Дай мне промоут лучше, я сам выкину. Сейчас хуякс в раз покидает группу. Ты уже кипнул. А, он говорит, дай угадаю, вага. А, лэндфак. Ну да. Да, очень догадливый. Не очень хороший человек. Лэндфак, да. Что, он кидал кого-то? Да, он... Может, он меня тоже знакомый есть, он говорит, его несколько раз на ус кидал. Меня кидал. Вы нахуй вы с ним уходите тут? Только никто... Я не знал, что это он от Твине был. Да, он от Твине был, да. У него Твин. Когда-то давно играл на фришке на какой-то, на катаклизме. Блять, давно еще. Там, блять, постоянно на лут кидали, блять. Каждый рейд, блять. И? Ничего. Думал, это нормальная тут тема. Тут не с лутом дело. Тут вообще другая история. Но у меня к нему хейт чисто из-за лут. Это просто нытик и доходяга. Когда у нас в гильдии был, он стремился все время зайти после РТ и попасть на замену. Послать ЕБ полутать. Это ж козырный мув. У нас в ДВ составе так дохуя народу делает, по-моему. Разве? Там посреди боя сегодня маг отвалился в АФК просто. Нормально, блядь. Кирс меня предупреждал, что ему надо на склад уехать, соответственно. Я ему разрешил это сделать. Убрал его на замену. Там 4 челика, блядь, сидят на замене, а ты говоришь 24 с бюджету, блядь, бить. Ну, больше. Те, кто был в 7-й группе, это все, кто меня предупредил, что у них какие-то дела. Нямка заранее до рейда предупредил. Норси во время рейда предупредила. Айзик тоже после ока предупредил. Будапеш меня тоже до рейда еще предупредил про время свое. Вот тебе 4 человека. Блядь, трэш, идите к Аниксе. Да тут что, там мало людей, мне кажется, надо подождать или посмотреть. Это все. Мы таким составом пойдем, да? Если так бомбовцы пули, то засумоните, пожалуйста. Сейчас бы сранить в столько человек не убить, ну вообще. И хилить тут нечего. Зачем продать? Каждый день собираешь пугарейды, и ты всегда кого-то не то кидаешь. Где-то кидаешь. А как профсишь пруфы, так пруфов нет. То челики хотят на 3 спека ролить, то еще что-то. Ну ты часто же пугарейды водишь, должен знать. Это мне пишет.
И кто это написал? Лингпад. Да я так понимаю это. А ты понимаешь, кто в априори спамит в ЛФГ, что кто-то кидал, это хуйня пол. Ну, когда. В смысле? Я хожу спамлю? Ну надо, блядь, ссылку кидать, я не знаю. Смысл просто писать, что чувак кидает, блядь. Нужны пруфы, наверное. Ну вообще пруфы, да. Обычно как делают? Да и обычно нету пруфов, вот поэтому. А смысл от пруфов, если администрация говорит, что вы в рейд с ниндзя попали, это сугубо ваша проблема. Нет, в смысле, чтобы другие челики знали, что он черт, ну в этом. Ты спускай. Смысл ниндзя спамить, блядь, доказательство. Блядь, сервер маленький. Все все знают про друг друга, кто черт, кто ничего. Ну, к примеру, про Линкпака кто-то мне рассказывает нормально, че и говорит, что. Нормально он чел, только до поры до времени. Где он кидал, в каких рейдах? ЦСКА в обычке. У меня на чешку хиловскую в РСке. У меня на травму. Ну, вот, ну травма кента... это существенный лут. У меня кента там тоже на кинуть. Не знаю, блядь, по сути, когда ты идешь погореть, да, с рандом, уже изначально должен понимать, что тебя могут кинуть. Правила скринишь, ролл. Отлично. А что, если ты правила заскринил и тебе не дали лут, ты на форуме можешь что забанить РЛа, да? Ну, да, можно доебаться, да, да, администрация. И насколько банят? Если доступ VIP раздел, то это вообще делается легко. Это, по сути, игровой момент, и за это вообще не должны банить, даже если есть скрин. Блядь, нам дохуя чего обещает он, да, и по телевизору, и где. А тут, блядь, в игре еще спрашивают за это, по сути. Знаете, шкаф? А, есть блоки с умом. Это пиво есть, блядь, пиздец, а брыганское. Брыганское, пиво. Да. У меня просто это с приятеля негра началось, он на русском разговаривал плохо, а я его научил говорить охота крепкая. Кто это бухал охоту, это пиздец, отчаянные ребят. Че, я в 10-11 классе ее пил. Ну тогда пиво вообще это другое тебя, было. Там должно было от свинячьего визга, блядь, на бухе. Ну что, ты хилов нашел, можно в танк спекаться. Да. Смело даже, я бы сказал. Еее. Амикат, заведись, я держу твин. Это вот этот. Оно есть сейчас еще, интересно? Да. Есть, все. Даже дело морфонало. Такого пива нету. Ну, пиво нет. Беломор, по факту, я даже не знаю, для кого его делали. Бля. Для тех, кто курит планчик. Я понимаю, но они же явно не для этого делали. Какой-то же спрос есть, бля. Все, чекай, нашел. Раны все еще живы. Челика не готовы там, блять, похуй. Воу. Страшила это кто вообще, кто знаешь? Дайте каску по чернокнижнику, пожалуйста. По колдунам дайте каску. Там 3, 4, 5. Пуляйте, короче, бегаст кто-то. У нас есть глицинчик. Стоять, стоять, там Локи вон пишет. Взял квест. Локи. Вся. Взял, нет, сумонить. По магам касок нет, по престам касок нет. Это мои кулаки с магом сбили.
Квага, а завтра у ДВшников целка? Страдания завтра. Да, скорее всего. Короче, понимаете, Страшила это кто? Кто знает, Горпуг, да? Это просто отца моё. Ну так чё? Конечно. То, чего не хватало. Ты походи с пугами, блядь, такие десы-то, каких только не увидишь Райло, это до охоты проебал с квестом, блядь, пошел маги к русским сожалением. Я хуел. Так это во время войны у Германии такой РЛ был. Кольцо внутри на танка. Да, нормально. Надо кому-то из тех, кто катанчит. Есть. Ты танчил ОХХМ? ХХМ. Да. ХХМ танчил, блядь? Да, да. Ты его еще спроси, блядь. А чё, а кстати, ты танчил? Раз 10 спроси. Я на первом убийстве танчил, если чё, если ты не в курсе. Браска, ты танчил в ОКХМ? Да. Подожди, слышишь, раньше же, блядь, на Фениксе, блядь, на второй фазе, он кидал рандомом доты же, да, правильно, когда 4 моба вот эти появлялись? Блядь. 4 дебафа, ну, разные дебафы были, да? Или нет? Ну, блядь. Он целился в ближайшую цель. А сейчас нету такой хуйни, что ли, или чё? Ты чем слушаешь? Ближайшую цель кидает? Всегда. Кидал, кидает и будет кидать. Чем могу помочь? А
чего зависит попадание по тебе этой хуйни тогда? Чем ближе к Фениксу, тем больше шансов, что на тебя накинет. Вот так ты танчил, понятно. Я, насколько знаю, раньше он кидал там, блядь, ослабление физурона, все вот этой хуйни, когда мы трайлите. Там все так и осталось? В смысле, если ты не отвернулся, он на тебя вешает эту хуйню? Или... Отворачиваться там надо только от Фира. И стоп-каста. Да, ну стоп-каст, похуй на минуту. Не, ну там отворачиваться не надо, надо просто каст прерывать. Можешь шевельнуться. Ну да, можно так, упрощать даже. Интересно, почему, типа, дизарм никак не, блядь, не заявить на... Несправедливо. Ты еще спроси у магика. Хотя... Поня, похуй, на убили уже. Ярости недостаточно. Чекнул там нафиг. Понимаете, с ума. Почти все уже тут. Значит, можете поспекаться в ДДшников. Фоджа может точно ДДшить. А... У кого из хилов еще есть ДДш спек? Полин. Я что-то не для хилов. А, Полин, отойди себе. 4 хила же было, по-моему. А, у нас же ДЦ было, да? Все, ДЦ. Просто отец и Котофейка справятся. Все тузы. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормаг, пронзающий Биви. Бой, герои! И нравится, конечно, все его в это уже. Я вторую заберу? Или первую? Кто там болеет и прыгает? Thank you.
бойца. На арену выходит ледяной рёв. Сражайтесь или погибнете, герои! Хантов нету, да? Блять, я ждал, блять, Т5, чтобы под жопу отдать. Так я, блядь, не узнаю, сколько дома. Забагали, пацаны. Два раза. Морист. Нет, ну тут я забагал специально. А до этого кто-то словил, ну, это. Так кольцо, вот, значит, 300 саплота, 30 саплота надо кому-то? Танки. Да, я нажимал, да. Нет, бага, тебе надо? Не, у меня есть. Ага, усы не отдам тогда. Да, ОКГР пригодится, возможно. Не думаю, что там 30 сапротов, блядь, актуальное кольцо будет. Актуальное кольцо, одеваю, не жалуюсь. Стой на месте. Так там все резисты есть. Все резисты, бисовое кольцо. У меня на ДК такое есть. На медведя так и не выбил. Надо наныть без урона. Что такое сделал с заездки? Нет, это слишком бомба. 800 брони и все резисты. Надо, чтобы сделал 900 брони там и 45 резистов. Вообще будет заебись. Да, и 120 выноса. Да, и, да, да. И сокет еще. И сокет, два. Да, один, два. 56. Синий и красный. Да ебать, один хватит. И сразу же чарка на нем была. Вилфродом Небопанцем, мастером призыва, ты покорен мне, демон! И прог, блядь! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Служить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. А что там, с кем? Да, почему они его резнуть не могли, этого гнома? До сих пор не понимаю. Встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив, что там выпало? Вы заслужите достойную награду. Шлак какой-то. На танка есть там? Хотели запятнать честь альянса.
Они пытались нас оклеветать. Это Канада, да? Я требую справедливости. Да. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы так, бросаем вызов Орде. Танки. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Что там, плащ, по-моему, только во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Плащ не выпал, да? Нет. Это... Так, ну сейчас я спекнусь. Или хуй знает, кто там, у кого танки еще есть. А то я, блядь, буду, как обычно, не видеть нихуя. Локи на луне. Спек танка есть у кого-то еще? Третий. Вот, медведаешь, спекайся. Будешь держать квадрат. Крестик ЭТН будет контролить. Рогу будет держать Пегастри. Луцинь будешь держать ромбик. Бабу, как обычно, хила контролим. Первый убиваем звезду Лока. Второго убиваем. Где эта курва? А вот она. Второго убиваем кружок. Потом будем крестика черепить. Так, чек на пул. Крестик, имейте в виду, дадите корни, там всякую парашу. Так, там по меткам такая. Первую звезду притяните, я пока фир дам на стену. Погнали. Нужно подойти. Тяжек нет, вот что-то чешо. Беги, малышка, беги! Это лучшие представители Орды. Thank you.
Ну и дорога вроде. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? На танк, кроме Лича, кому-то еще нужен. И ради чего? И лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам открываются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Хил, это просто отца этого постаршила, кажется. А можно по престам дать МП5, а не кул? Я бы даже сказал, нужно. Регов нет, ничего не бафаю. Так может еще и престабаф и престабаф дадут? Пожалуйста. Дал крик на хп, блядь. В могуществе Орды, паладин, мы примем любой вызов. Понимаю. А чё вот видос скидывали во Флудилке, по-моему? Король Лич понёс типа тяжёлую робот. Потерю. И чё там? Вы проявили чё себя такого, как бесстрашные особо? Герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесём удар по цитадели Ледяной Короны и разнесём в клочья остатки плети. Так же нет будет, такого испытания, которое... Просто посмотришь, где они его танчат. Будет тебе такое испытание. Без лишней беготни. Ледяную скорбь. Ну, я не смотрел на это. Сколько там? Нерудианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империя. Два ДКшника там танчат. Бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов. Где? На видео. Будут принадлежать мне. На каком? Во Флудилке. Но они не бегают через... Они через весь зал не бегают, они каждому из трех подводят.
потом ведут к вы. Нет, ДК топ, по сути, где надо водить бот. Типа с игрой поломать. Да это ж можно сделать, как нефиг баловаться, просто танкам надо это, приоритеты взрывания разъяснить. Ну, сразу взрывается та, где стоит босс, потом немножко подождал, уже следующая. После босса вторая, ну, которая ближе к боссу, и третья, самая дальняя. Это ж легко все сделать. Я просто скинул, потому что там есть... Что есть? Есть что забрать себе под тактику. Чтобы не терять лишнее время на эти перебежки. А такой вопрос, он переводится после того, как три перезарядки или на определенном... Да. А, то есть если мы его сольем быстрее, ну, больше сольем до второй фазы, то есть на второй фазе... Ну, будет меньше стаков. Я раньше тоже думал, что он на 50% переводится. Оказалось, нет. Просто у нас всегда получалось, что это в районе 50-55%. Ну, если меньше бегать, проще хилам будет. Если меньше бегать, будет 45-40. Забери, забери. Я... просто уроном забрал. Пятно одного рак рассыпался нахуй. Меня уже достаточно таких предметов. Вот я сейчас Берсу прожал и просто сорвал его. Неудивительно. Так, я слот освобождаю друль магика. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Желающий там. Да, я промо сейчас, может, возьму. Ты не удивляешь, а ты в Берсе, когда сколько она висит у тебя? Или у меня глифа она... нету. У меня она глифа смысл... нету, а с глифом она еще больше. 15 она секунд дам... она висит. Она дамажит, ты понимаешь, что упала, блядь, он раз 6 секунд бьет. Это при наличии, что у него, блядь, 6 акций.